Установка временного стартового бруска, да. Куда? Не-не-не, пониже, а ниже. Этот? Пониже чуть-чуть, видишь, да. Сколько же вы такую привозим там из-за этого блока? Ну это всегда так. Цикали всегда кривые. Ну что на них, да, особо? Все на них забивают. Дюбель. Как-то, блин, не айс. Он такой весь кривой. Вот этот вот бей. Через две дырки. Чувствуешь прям натяжку такую, да? Да, так сижу. Да не возьмет, дюпель. Возьмет? Давай, давай, говорят тебе возьмет, значит возьмет. Слушай, стоп. Ему чуть-чуть там зацепиться надо. Вот есть, чуть-чуть есть. Забивай в дырочку. Давай. Надави и бей, и все. Схватился? Нет. Нет, еще бей. Ой, здесь. Все. Я зацепился. Да. Такая ровная стартовая доска вообще, посмотри. Я видел, сколько вообще попал. У тебя струна растягивается, поэтому коротыш ставишь с максимальным вылетом в эту сторону. Коробочка, да. Ершоны лучше узенькие. Они лучше в эти дырочки подходят. Втыкай, втыкай, втыкай. Где крайних сразу? Нет, с другого края. Ну да, да, согласен. Ну, побольше лишних, а? Давай, по риске четко. А то иначе. 56. Да, а здесь 56 снизу, да. Вот низ. Не-не-не. Давай. И 25, как всегда, дышка. Да, 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 стандартно. А, стандартно 25 она идет, да? Ну, стандартно принято 25 делать, потому что минимальный расход. Если uh-huh. есть ошибка, у тебя есть возможность подпилить с краешку. Uh-huh. То есть минимум 20. 25 делаешь, это уже гарантированно. Все, крепи. Понимаешь, тебе вот этот кончик нужен подлиннее, потому что нихром вытягивается.
Ну, я и делал. Поэтому ты и делаешь. Я первый раз я там, да, что-то забыл. Точнее, не знал. Дырки с другой стороны. Да. По-моему, толстенький. А? Ты толстый. Попробуем. Да, попробуй. Да. Нет, это я толще там еще. Ну, как раз. Ну, самый раз. Все, хороший шанс. Тогда что еще наверняка. Да, потом аккуратненько. Бери козу. Провод через плечо накидывай, чтобы тебе не мешало ничего. На плечо накинул, все, не волнуйся там. Напряжение маленькое, единственное. Трансформатор на бок лучше не кидай. Отключился, он отключен. Глянь. Где он? Там же. Там троник-то же есть. Погнали наших городских. Не работает. Работает, заработает. Нагревается типа? Да нет, она должна уже разогреться. Тут не работает, не надо. Опять отошла. И прям по люминке и все. Да я веду по люминке, чего? Второй раз уже это. На ученый, да? Никак, не буду хвалиться. Они же у кого, у тебя или у меня? У меня. У тебя? У меня лицо. И у тебя быстрее. Выводим. Погнали. Режь? Гвоздик. А он не режет. Гвоздик. Гвоздик, да, попал. Хотя наискосок. Приподнимаешь и туда возвращаешь. Нет, нет. Не... Над ним. Просто приподнимаешь, если по ним это. Так он не работает, струна там. Опять вырубился? Заработал, нет? Нет. Что за прикол? Надо это исправить. Что-то отходит. Трансформатор, значит, там что-то как прибило. Заработал, нет? Нет. Работает? Нет. Что так летнее? Не работает. Да, не идет. Давай завтра выпьем. Так, на который налетел. Понятно? Вот он. Угу. И что, он трансформатор включил, что ли, за это? Включается? Нет, просто он включается, выключается. Сам трансформатор себе. Хреновый такие. Ты там пытайся гвозди как-то. Ну, наискосок, вот. Ну, а он... а я вытащил. Получилось так. Выдергивай, чё? Не будем. Всех выдергивай прям. В обратную сторону просто надо гвозди вставлять. Да, да. Направление к этому. Ну, противоположно просто. Направление. Да. Ну все, будет нормально. Вытряхивай. Бери листик. Оставь пока. Ты бери пока, прислоняй. А мы Паш, тут разберем. Паш, бери. Погоняй там. Карандаш взял. И короткую линейку. Вот, короткий, зараза. И короткую линейку бери. И короткую линейку бери. Так никогда не носи листы. Ты так все раздолбишь. С двух сторон, как любимую девушку. Не-не-не, с двух сторон. Все эти линейки. Вот, с боков кладешь, иначе ты разобьешь все углы у него. Вот так вот. Клади линейки. Линейки все клади мимо. Карандаши. Ставь правее. Правее ставь.
Да. А, так, понятно было. Да, ставь. Где у тебя карандаш? Отмечай. Так, там сантиметр на заплатке, да? Видно? Нет, 5 миллиметров. 5 миллиметров? 5-7. Ну я вот 5 рисую. Ну ты быстрее, быстрее, одно движение. Чё ты? А я какой ты движение? Не художник. Раз, два, все. Дальше. Так, что у нас выглядит? Сюда приставляй. Приставляй. Так, дальше. Куда нужно прижать? Сюда прижать. Угу. Прижимаешь. Здесь видишь? Да. Нет, нет, нет. А что нет? Не а, так. Вот, вот, вот. Нет. Ты должен прижать одной рукой. И на этом чиркаешь на листе пенопласта отметку. Вот. 5 сантиметров. Отмеряй. Убирай лист на себя. Ставь вниз. На землю ставь лист. Отмеряй. Бери линейку. 5 сантиметров глубина. То есть, соответственно, у тебя больше. 5,5. А. Выборка. Конечно. Так, теперь сколько расстояние? Вот, сейчас я хочу посмотреть. Ну, там видно было. 9,5. Ну, да, 9,5. Так. Отмеряй. Вырезай сразу. А? Прямо здесь можешь что-то. Здесь могу, да? А почему нет? Просто нажму. На угол никогда не клади. И оставляй вертикально то, что у тебя было. Зря так. А как? Просто так не с руки. И вырезай. Ну, вертикальный рез, да, делай. Глубиной 5 сантиметров. Я сейчас пока приеду. Сильнее, сильнее, сильнее. Я сейчас пока примерно беру. Прорезай так. Так. Ну вот перпендикулярный рез. Конечно. На 3 миллиметра. Теперь поднимай торец, вырезай кусок. Не бойся, не бойся, быстрее делай. Так, тихо, не так. Мозги страдают здесь. Давай, 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 смелее, смелее. Ты ставишь жестко, самое главное. Все. Старайся не носиком, а плоскостью работать ножа. А. Будет ровно. А так будешь взрываться, будет неровные резы. Ты здесь подрезал? Да. Ну вынимай, чего ты ждешь? Вынимай, есть. Вынимай, вынимай, вынимай. И дорезай. Выборку. Прорезай, чтобы прямой угол был внутри, чтобы не был бугров. Я стараюсь сейчас, кстати, сделать прямой.
Быстрее, быстрее, прям как шпателем выковыривает все там. Похоже. Вот здесь еще надо зарезать. Не все, дальше. Так. Сколько высота? Маленькая линейка. Маленькая, маленькая. Маленькая? Да. Ты только что работал. Да. Вон она у тебя лежит. Расстояние. Вот до сюда, правильно? Да. Или до сюда? Нет, вот у тебя же. 14. Вырезать 14. Продолжение сюда. Вот это. Конечно, 14. Сейчас, я понял. Давай. Дальше. Стой. Вот это расстояние полки сколько? Так, полки у нас. Это будет. Вот элемента примыкания сколько будет? До элемента 4,5, 5. 5. Отмерей. То есть сюда будет на 5 сантиметров заходить. Так. Правильно? Продолжай риску, да? Так. Получается по всему длину, да? Почему? Вот. Прорезай. Проводи линию. И сюда соедини. Я понял. И там линию соединяй. Здесь вот. Так. Продолжай линию, да? Ну, глазомер нормальный, поэтому рисуй. Дальше. От края у тебя 15 миллиметров. Помнишь? Отступ. На какую глубину? Сколько? 7 миллиметров? Да нет, у тебя тут 1,5 сантиметра, 1,5 на 2. Отступаешь 2. Отступаешь 2. Нет, отступаешь 2 вначале. Так, 2. Здесь 2. Здесь 2. Соединяй линии. Почему здесь ты видишь? Нужны нормальные жесткие линейки. Вот как это. Вот, конечно. Да. А той. А покажи-ка, я уже замутал с ней. А пока мы с тобой вмеряли эти точки. Это капец. Да продолжи дальше, подвинь линейку, что-то краешку. Дальше помнишь, здесь вымеряешь. Еще раз глубину померь. Мерю глубину и беру где-то примерно. Нет, вот. А. Понял, да? Вот у тебя будет порядка сантиметра. Будет нормально. Сантиметр отмери. Черкни что-то подобное. Денис, я щелкну, но это мачете. Конечно, конечно. Надо где-то искать ее теперь, покупать. Только в магазинах, в этих стандартных. С другой стороны. Таких вещей нет. Да есть они. Не знаю, есть. Я вон к Кастораме сегодня был, нет там ничего. А, это Кастарам. Блин. Так, все, бери, вырезаешь вначале маленькую эту выборку. Я фотографирую, он взял. Да. Посмотри, это... паразит какой, а. Ладно, давай фотки, ладно. Я даже не успел слово сказать. Да их куча таких, они всех цветов. Тебе все, ты... забирай. Давай, вырезай маленькую выборку. Меня тут торопят. Глубину ты там видишь.
Режь. Еще макет еще тут затыкаться надо. Очень глубоко идешь. Вот я просто. Как ты делай плоскостью. Вот. Все. Вырезай так. Нет, клади. Лучше класть, да. Клади. Плоскостью нужно, не носом. Не втыкай глубоко. А плоскость мне почему-то не тянет. Все тянет нормально. Все, вынимай. Дальше. Прорезай вертикально. Не. Вот эту большую, на всю глубину. 5 сантиметров. Вот эту, конечно, вырезай сразу что-то. Я просто вот этот кусочек хотел отрезать. Чего его отрезать? Он уже отрезан. А он мешает. Да, на 5 сантиметров на всю глубину, видишь, сколько у тебя. Да вот у меня ориентир. Да. Прорезай сразу вертикальный рез здесь. И тот. Здесь как раз вертикально. Здесь как раз вертикально в глубину. Да, вот так. И этот вырезай, чтобы в углу. Хорош, наверное. Вырезай снизу, подрезай продолжение. Не, лучше вертикально ставить. А. Лист поднимай. Тут постоянно крутить надо. И вырезай. Проверяй. Это нужно отламывать, да, постоянно. А небольшими. Чтоб ты вглубь не зарезался. Вламывай, проверяй. Ты здесь, наверное, не дорезал? Дорезал, вот хочу дорезать. Да я дорезал. Почему? Дорезал? Тогда выламывай, если дорезал. Значит, не дорезал что-то. Вынимай. Вот где не дорезал. Давай. Нет, так удобно. Это тоже удобно. Клади, поднимай, постоянно крути. Клади. Еще раз. Самое сложное, это вот здесь было. Да ничего сложного. Не, вот здесь, вот сам конец, внутри. Да он в сторону вот берёшь, вот всё. Попилить. Ну, что, знаешь, нет, тут есть пенопласт. Тогда ровнее получается, почему-то. Пробуй. Угров чуть не было, внутренних углов. Да. Пробуй. С двух сторон бери, прислоняй. Помнишь, как девушка? Вверх, где? Не под низ, а под бока всегда бери. Кстати. Проверяй. Что у нас не хватает? Здесь вот не хватает. Так. Вот перемычка. Что у нас не хватает? Не допилили, видишь, глубину. Ага. Понятно, да? Да. Сколько нам нужно? Не, мы ошиблись. Дай-ка его прислоню. Нет, вот так вот его. Вниз ставь. Везде так посмотри. Все, да, нет, все понятно. Итак, ну хочешь, черкни. Черкай. Вот хочу так черкнуть. Блин.
Карандаш. Пишу. Карандаш, вылетай. Держи. И по два таскай. Одного достаточно, много не надо. Да не, ну. Это образно. Так, на бок. То есть вот эту штучку надо было вот на эту глубину. Бери мачете. Чего? Не, я хочу ровно, чтобы было. Ну, прям ровно, чтобы. Вот так, да, вот так. А то мачете сейчас скрываю что-нибудь. Понадобится. Сразу здесь лежит. Больше плоскости будет ровнее пилить. И сбоку срезай, клади опять. Мешает под перемычку резать. Перемычка, да. Чирк, делай. Я хочу отметить, да, да. Аж запасик пол сантиметра. Да. Глубину где-то сантиметр. Может, чуть побольше даже. А уж такая перемычка, зараза. Будет играть вот там, где-то вдалеке. Клади на стол. Какой? Сюда. А. Переворачивай. Ну ты же с той стороны будешь резать. Помощь нужна начальника. Козу, бери. Рисуй. Рисуй, я хочу вот эти. Не нужны они. Рисуй профиль, который ты хочешь вырезать. Профиль рисуй на торце. Что ты хочешь вырезать? Какую вот хочешь вырезать? Выбрать. Ну, сколько нарисуй его? Картинку. Карандашом на торце нарисуй. Вот он же нарисован. Нарисован. Под него фиксируй. Угу. Где гвозди? Такой. Давай сюда. Под углом, ну и все. С той стороны то же самое. Коротыша бери. Где хочешь выбрать. Выборка и влево. И все. Не, а это туда что? А? Вон под перемычку. Перемычка зараза. Торчит. Ненавижу тебя. Да хватит что-то. А он выпирает. Берите козу. Так, риск ты не увидишь, наверное, да? Не увидишь. Да есть риск на торце. Сверху. Ну ты здесь мне ее пометь. Я вот она сейчас... есть риск. Вот, я одну сейчас помечу. Сейчас ну, пометь, я здесь не буду. Риску на холодно опускаете и выводите туда, в сторону. Только на холодную. Так, руку сразу кладешь, либо ногу сюда.
Все, так. Поставил? Да, включай. И? Что нафиг с этим? Хочу, включаешь, хочу, не выключаешь. И выводить. Все, берешь. Надо это, разобраться, контакт где-то отходит. Ну, скорее всего, капец, не трансформатор здесь не при чем, это где-то... С этим трансом постоянно такая хрень. Вот у них вентиляторы. Лучше... А? Кулер этот? Конечно. И он просто блокирует его и все. Он что-то не так и все, и начинается. Какой-то короткий звук. Мы их поэтому не используем их. Мы катушечные только. А где взять катушечные? Продаются. Точно так же. Ну, я не знаю. Я вот... По интернету вон. Ты в интернете? Все, пошли. Проверяй. Так. А, вот это балку. Да. Проверяй, что у тебя. Болтается что-то? Бугор какой-то, да? Ага, вот. Надо шнурку опускать и проверять, во-первых, что происходит. Стой. Отпускай, отпускай. Что у тебя? Она где-то гуляет. То есть где-то есть бугорок. Вот здесь, надо. Прихлопывалка, бей. Держи. Прихлопывалка. Держи. Нет. Это либо брусок, либо вот эта наждачная терка. Где предполагаешь, примерно туда бей. Чтобы был отпечаток с обратной стороны. Бей, бей. Не скрылся. Еще, еще бей. Оббивай все это место. Да через шнурку прямо. Что тут? И вот сюда вот. Снимай. И смотри, смотри, смотри. Не переворачивай только. Ты это и смотри, вот у тебя, вот видишь информация, вот, он, бугор, там. Вот информация, mm-hmm. Вот она информация, видишь? Ясно, да? Неси опять туда на стол. Вот этот шов, по-моему, вот он. Клади. Коротыша бери. О, коротыша я вижу, да. Коротыша бери. Фиксируй его горизонтально. Так же. Опять. Тебе же выборочку здесь надо маленькую, ну, сделать. Да. Ну. Сколько вот этого выбора, вот этот вопрос. Че выбор? Вот, ты ставишь и фиксируешь. Только ты края сразу делай вот эти вот. И вон тот край. И на эту сторону. Бери картуша. Ну и тупо вот так вырезаем просто, да? Конечно. Ну ставь, ставь картуша, чего ты боишься? Крайнюю фиксируй, всегда крайнюю. Крайнюю ту. Плечо силы, вот она. А. Обязательно, да. И вот эту. Дальше бери линейку длинную, либо правило. Я с ней накрепался. Где у тебя что отпечаталось? Вот. Ну, если тебя так отпечатало, значит, ты берешь вот так вот, рисуй риску. Значит, дальше, где у тебя здесь отпечаталось? Да. Вот так, рисуй риску. Здесь ты не достанешь. Мы ее сейчас переставим. Вот эту, эту переставляй сюда. Леви. Вот эту переставь. Потому что она не доходит. Не доходит? Да, да. Это он доходит. И сделай еще на чуть-чуть. Прям. Крайнюю, крайнюю, другую, другой край. Все. И потом середину.
Все, и вдвоем опять опускаете. На холодную ставь. А там-то он... На колено вставай. На колено вставай. На колено. Ставь на холодную и вставай на колено. На колено вставай. Ты не увидишь. Тебе нужно следить сейчас, да. Насколько когда она зайдет. Идет, и да. Так поведешь в бок. Доходите, останавливаетесь, ждете второго, потому что струна прогибается, и ждете чуть-чуть. Стоп. Поднимай. Поднимай резко. Вверх. Все. Выключай. Держать не надо, потому что сейчас увидишь проплав какой здесь. Сейчас линза будет. Видишь, вот она. То, что ты держал. Теперь бери, пробуй, прикладывай. Как девушку, аккуратно, чтоб ничего не бить. Как она? Вообще замечательно. Вот та сторона у тебя гуляет, ты мне не даешь. Ну, у тебя вот этот бугор продолжается, вот он. Вот здесь у тебя что-то не дает. А вот здесь все свободно, нормально. Вот здесь сейчас прижимается, а вот тут где-то, видишь, она отходит сразу. Ага. Видишь? Должна быть ровная. Бери еще раз. Там, значит, ставь. Подрезай, ставь. Ну да зря ты это. Бери. Сюда. Я знаю, где. Сюда ставь. Мачете, не переворачивай. Не переворачивай. Все. Ну ты ее ставь вот. Как она у тебя была? Ставь. Бери наждачку. И вот этот угол подтягивай. Вот этот. Вот. Ну вот он у тебя. Вот. Круговыми. Сильнее, что там. Подержи. Лучше? Где у тебя еще торчит? Вот убирай. Убирай. Не переворачивай. Не переворачивай. Тебе что-то. Бери наждачку. Вот этот уголок. Это, да, по тачке. И вот этот вот подточи. Терка. Терка, я так и думал. Сильнее. И в другую сторону. Не надо приноровиться. Все, пробуй. Где-то здесь. Вот именно здесь. Ну, значит, видишь, вот, значит, эта выборка, видишь, она прислоняет. Значит, ее нужно еще выбрать. Срежь ее. Глубже. Срежь ее просто побольше. Да. Клади на бок. Бери. По вот этой ступенечке. Дорежь. Да. Я так и думаю. Да.
еще пробуй. Нанесение клея. Блумит Нивофикс на гэшку. Гэшка у нас вот такая вот хитрая. Здесь у нас бугры, неровности. У тебя неправильно будет. Тебе нужно, чтобы она приклеилась не к пенному шву. Да, да, да. Поэтому отступай от края. Через край кидай. Вот это вот отступить надо. Через край кидай просто. Нет, через край. Через край. Через бок. Неправильно, неправильно кладешь. У тебя так, у тебя упадут все окантовки. Я же тебе показал. Тебя и окантовки иначе все упадут. Вот. Понял, да? А так будут падать, когда ты поднимешь лист. Не, а они большие будут случайно вот эти? Большие ты должен положить, а потом вот так протянуть. Тогда она прилипнет. Кидай, кидай одним движением. Крути лист в свою сторону. Что-то через весь. Да. Крути, крути. Вот и кидай спокойно. Можно, конечно, при желании пытаться вот это приклеить сейчас на клепену, но, скорее всего, при такой площади наноси, наноси, выдавит. Вот это вот дополняй. Угу. И дальше протягивай вдоль. Только чистым спателем. Чтобы окантовка стала, да. Протягивай, протягивай, чтобы окантовка стала. Угу. Движением. Вдоль, вдоль, протягивай. Не-не. Чистым шпателем. Вот. Бери. Понял. Понял тебе. Снимай, снимай, снимай. В ведро возвращай. Ты лишний клей, он не нужен здесь. Будет мешаться приклейки. А вот сюда нужно добавить. С этой стороны протягивай на себя. Очень много клея. Очень много клея. Много клея. Убирай. Очень, видишь, ширина большая. Угу. Ну так убирай этот клей, возвращай ведро. Либо липухи делай. Отмазывай диагональную липуху. Так. Диагонально. Нет. 45 градусов. А-а-а, вот она. Блин. Вот он 45. Да. А вторую вот сюда. Все начинаешь с диагональной липухи. Сюда, да. Здесь, 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 здесь. Ты должен отмазывать, чтобы не слой был, а место посадки одним движением. Не делай так много. А как? Одно. Жмык, все. Так что ли? Конечно. Ну, давай. Еще отмазывай, отмазывай. Отмазывай липухи-то. Ну. Ступенька есть, значит, внутри тоже должны быть липухи. Да. Конечно. У тебя же приклейка должна быть и там. Так что кидай теперь. Средние где-то, да? Да не средние. У тебя какие отклонения бешеные? Я согласен. Вот. Ну, сейчас здесь. Вон туда в ямки большие. Маленькая. Да нет, большая достаточно. Туда много очень. Ты не продаешь такую липуху. Срезай половину, половину. Убирай. Вот хочу срезать. Срезай на себя, как движение.
что-то побольше. То, что вот эта вот выборка под триатерм, я предлагаю это запенить потом клейпеной. Иначе, если сейчас добавим, это выдавит вообще конкретно бугром. Берите, клейте. Лучше стараться брать не под низ, а сбоку. Регулируй, смотри. На ступенечку. Можешь левее, правее. И сеточку отгибаешь. И дальше аккуратненько вторить ударчиками. Бей, бей, бей. Смотри, сюда, сюда смотри. Вот. Нет. Ты можешь не двигать, а можешь ударчиками. Все. Аккуратненько прижимай. Теперь нам трехметровый правил нужно. А там какой правил? Да там короткое. Там коротенькое совсем. Да нет, мы с этим ничего не сделаем, оно бесполезно. Маленькое. Мы даже не соединим их. А нет трешки? Ставь на низ. Шнурку с той стороны на низ. На низ ставь шнурку. На низ листа ставь шнурку. На низ листа. С той стороны шнурку ставь. Да, да. И проверяй, смотри, выставляй. Где у тебя прихлопывалка? Прихлопывалка. Подходи сюда, видишь, торчит край. Тихо, аккуратненько подсаживаешь. Я уже дарахнуть. У тебя там это торчит лист, видишь? Подсаживай его аккуратненько. Нет, ну, тебя... ушел. Ты понимаешь, что ты вот сюда не ударил, и ты качаешь по, лист... по серединам. Зачем бьешь? По краям. Тебе нужно середину осадить еще. Вот. Вот. Не, вот здесь. Что-то ты не перебил лист? Вот он тут я бы не перебил. Обратно вернулся. Чё? Обратно двигай, вернулся. Двигай. Двигай. Чё? Шнурку. Шнурку. А? Проверяй, что у тебя происходит. Двигай, смотри, что у тебя. Нет, все просится сюда. Проверяй. Сюда. Сюда подходишь, смотришь, что у тебя здесь происходит. Если нет правила, то придется по этой, по шнурке. Не, ну смотри, ты смотри, проверяй, что у тебя. Туда подходи, к тому листу. И вот выставляешь плоскость. Ставь верхнюю часть шнурку. Пачка пенопласта нужна, надо туда ставить на угол. Можешь поставить? Чтоб он поднимался, да, да. Давай, давай, подсаживай. Давай. Ну, без трехметрового правила, конечно, делать нехрена, честно скажу. Я без него как-то еще никогда фасада не делал. Тебе стопку ставь сюда. Неси вот эту вот. Ставь стопку пенопласта. А то сейчас высохнет все. Стопку, стопку пенопласта. Тебе на угол нужно подниматься. Если нет правила. А вот.
Туда ставь. Внутрь мне нужно. Тебе шнурку нужно, чтобы дотянуться. Поднимай верхнюю часть. Все, подсаживай, спрыгивай, сразу подбивай. Тут край не надо трогать только. Так, иди, подбивай. Подбивалка. Да. А вот он. Вверх, не туда бьешь. Вверх, вот. Петухи примерно ты помнишь, где у тебя стоят, да? Дальше смотри. Видишь, сдвинулся? Ага. В торец бьешь? В торец. Да, бей. Чтоб щель не появилась. Просто западлицо. Проверяй, что тебе нужно еще приопустить. Паш, потяжелее вот брусок. Это слишком длинный, он не сможет. Надо половина от него. Подбивай вверх. О! Правый край. Блин. Отправил левый. Смотри здесь. Где тебе нужно? Видишь, ударить? Да, подбивай. Чуть-чуть. Поднимай выше ту шнурку. Проверяй вот этот лист. Давай. Вот этот, ту шнурку. Выше. Еще выше, тяни. Подходи сюда, смотри. Видишь, да, что надо подбить? Вверх. Нет. Горизонтально. Терка горизонтально. Горизонтально. Вот так. Чтоб ударить вот сюда вот. Аккуратненько. Подбивай еще, смотри. Зацепляй. Опускай, проверяй тот край у того листа. Выставляй их. Нам не хватает то, что мы чуть-чуть, конечно, много. Мы должны были вот эти листы, и мы должны были плоскость выводить по вот этим всем листам. У нас просто времени уже не хватает. Блин, вот этот вот край. Зараза. Подходи. Пусть ставь стоит. Пачку, может, сюда внутрь. За эту. Я так вот. Поместится она? Возьми вон тяжелый брусок. Да тут надо. Горизонтально ставь. Горизонтально, когда бьешь, окантовка горизонтально расположена. Ага. Согласен, да. Уголок, видишь, оттопырился. Угу. Цепляет где-то. Ну, будет цеплять, потому что она качается, она как на качелях на детских. Ниже опускай шнурку, проверяй. Води. Смотри, у тебя низ не ушел уже. Возьми брусок потяжелее, если нужно осаживать. И уровень нам нужен. Проверять вертикаль. Уровень какой? Вот этот маленький. Надо его проверять. Ставить. Видишь, цепляет. Чего? Вниз ставь самый. Нет. Вниз. Самый не ставь. Низа проверяй. Не. Или ты упал вот так вот? Ну так, ну. Здесь уровень.
Здесь видишь провален вниз. А здесь провалено. Наверх ставь. Надо поставить наверх эту шнурку. Поверху листа ставь сейчас. Поверху, вверху листа. Не-не-не. Ты ставь поверху, в горизонт. Выше, выше, выше. В горизонт. Во, вот так. Все. Опускай ниже чуть-чуть. Проверяй. Не-не-не. Вверх ставь. Вверх листов. Поверху. Прижимай к верху листа. Не выше его, а сюда. Что у тебя показывает? Поджимает? Ну, надо ударить, значит. Туда ударишь, у тебя этот приподнимется. Что уровень показал? А? Уровень что показал? Вот тут лист уровень, этот нет. Вверх, бей. Да? Угол, угол вот этот. Бей, бей по углу, по этому. О. Бей по нему горизонтально. Только ты не по углу, а чуть-чуть в серединку. Туда бей в серединку. Вот. Нет, он утопился сильно. Еще. Он все равно в касании. Еще надо. Давай. Ты просто вот сюда должен ударить. Ты не сдвинул лист относительно вот примыкания? Вот я смотрю. Куда нужно? Допустим. Так бей сюда. Вот вторец. Видишь, вверх у тебя все равно чуть-чуть поджат. Вот тот угол, да? Просто вверх. Весь вверх. Весь вверх. Лисан нужно получше, конечно. Все, что... теперь она свободная. Давай проверяй уровень. Вертикаль. Я переборщил даже. Ну, я уровень на 2 мм переборщил. Ну, хорошо, если на 2, это нормально. В допусках. Надеюсь, допуски все, да? Надо проверять. Нет, так не проверяется. Проверяется край, середина и другой край. И нижняя часть правая. Вот это? Да, да. Вот. Чуть-чуть. Нет, все тут полное. Нет, не надо. Угу. Если допуски, Паш, ты прям хочешь, чтобы у тебя... Проверяй это. Уровень. Да, хочу. Уровень. Правый край, проверяй. Шнурка не цепляет? Чуть-чуть ниже. Мне думается цепляет. Дай-ка залез сейчас. Ну, лист уровень. Ниже, ниже. Ну, цепляет. Ниже, опускай. Ниже чуть-чуть шнурку опускай. Цепляет. Вот. Цепляет ее. Давай, я сажу. Сейчас сначала еще залез, посажу. Сейчас не обманывай. Там 2 миллиметра. Больше не надо даже. Это двушечка. Лепух ты знаешь, ты должен бить по лепухам. А я и уже понял. Лепухи. Не по окантовке. Вот у меня сейчас... Нет, все, держи, да? Теперь смотри, проверяешь. Видишь, здесь села шнурка. Смотри. Как ты там ударил, здесь шнурка села в касание прям. Опускай теперь шнурку в нижнюю часть. Там. Там тоже опускать? Ну сейчас пока это... Смотри, где цепляет. Вон, вон, вон цепляет. Ну, давай. Где-то... Чуть-чуть. Где здесь? Ну смотри. Вот здесь. Здесь не цепляет нигде, вот там где-то. Да, да, вот, вот я про это. Так, лепух где-то у меня. Я сам не знаю, как лучше. У тебя вот здесь вот лепухи, здесь и вот здесь. Да, 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 да. Я по лепухам хочу.
то, что здесь в школу надо. Где-то здесь стоит. Ага, здесь, вот здесь. Чего так? Я слышал. Вон он вроде. Просажу. Чуть-чуть. Надо вниз там ставить. А нет. М? А нет, это я специально шучу. Ставь вниз в горизонт. И смотри вниз в горизонт. Вот сюда вот, вот, вот. Вот так. Я тоже, наверное, да? Да, 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 вместе ставьте. И проверяй низы, что с ними, с низами. Видишь, практически выровнялся. Ты видишь? Вот видишь, метаморфозы какие. Какой зазор был? Помнишь? Нет, не нормально. Большой был, 5 миллиметров. Да так она качается, так опускается. И вот так вот ты ходишь и подбиваешь. Но, по идее, тебе нужно было вот сейчас еще, смотри, мы должны были вклеить вот сюда лист. И вот сюда. Но хорошо, что мы не вклеили. Почему? Потому что вот из-за этой подгонки, видишь, какая? Ага. Это надо все будет запенивать. Понял. Через 3 дня. Поэтому лучше сюда пока ничего не вклеивай. Ты можешь вклеить вот сюда вот лист средний. Ага. Ну, уже знать. Чтобы допуски были, да. Потому что вот такие дырки оставлять внутри системы не надо. Я согласен. Сюда нужно вставить будет полоску клея, козой вырезать кусок пенопласта, нанести пену и вставить туда лист. Лучше так. Понятно, да? Да? Потому что вот это с клинышком нужно. Пенопласт подпенивать. Надо еще раз проверить, что показывает уровень. Да, еще раз. Так что вот принцип. Геморрой будет с первыми листами. А дальше что? Больше там, будет? Конечно. Ты к этим зацепляешься. Что у тебя там уже ровно все. Ровно ведь? Пока, да? Пока, да, я тебя не ставлю. Сейчас будет. Этот лист ровный. Есть, простите? Есть. Все, что ты криво приклеишь, потом шкурить. Сразу прыгли хорошенько. Как говорится, первый кирпич как положишь, так пойдет все сюда. Значит, я его как положу. Значит, листы идут с разбежкой. Ага. Минимальная разбежка 20 сантиметров. Это я. Перевязка на углах. Вот здесь. Во, на углах мне интересно. Сколько там должно, как? Перевязка, вот это как все мы пеним, клав. Да? Да, да. Клипен. Когда высохнет. Когда высохнет, а когда не раньше высохнет? 3 дня. А? 3 дня. 3 дня пенить нельзя? Да, нет. То есть я не могу сейчас сделать сюда дальше? Сюда и не надо. Сюда можно вот посередине вклеить тоже какой-то такой, который будет проблемным вот с таким запениванием. И сюда с кусочками пенопласта. Пену загонять? Вырезать кусок пенопласта. Ставить сюда. Клинышек. То есть пену и потом клин. Из такого же материала? Да, из пенопласта, конечно. Чтобы он туда не продавливался или для чего? Пена не в широких швах не любит жить. А, ей надо, чтобы он... Чтобы, да, что-то там было. Чтобы что-то там было, да. Поэтому, если получилось, вот чуть-чуть мы... И вот эту часть мы тоже все потом вот тут пропениваем. Да, 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 да. А да. Здесь у нас все штукатурится. Там пенить ничего не надо. Ну, почему? Клепеной. Тоже там проходить? Да, да, да. А, то есть вот так отодвигать и там... Да, да. А если мы пеной испачкаем сетку? Ну, аккуратненько делать. Поэтому клей пеной, а не пеной. По чуть-чуть пистолет. Ну, клей пеной это, которая вот это стоит. М? Это промывка. Маленькая.